Я Омурзак Фейрболот, я из Кыргызстана, но давно живу в Москве, сказать, кыргызский москвич. Я заявился в гран-при по знакомству. В восьмерке все участники очень сильные, предсказать, угадать очень тяжело. Борьба все рассудит, и будет один только фаворитом. Меня зовут Салмин Калян, коричневый пояс, Тим Стрела. Заявился на гран-при, потому что надо было, брат, поэтому. Вижу себя в финале с Илюхой Анисимовым. Он мой братишка, распилим бабки и все, на камень, ножницы, бумага. Николай Салмин. Встретим. Добрый. Представитель команды «Стрела», коричневый пояс, мастер спорта по джиу-джитсу, чемпион Европы IBJJF 2022. И теперь встретим его соперника. Представитель клуба «Леон», пурпурный пояс, чемпион России по укадо кэмпо, чемпион мира укадо кэмпо 2018 года. Эрболот Амурзаков. Мы его уже видели на наших турнирах. Встретим еще раз. И вот он, друзья, встречаем соперник Николая, Эрболот Омурзаков, представитель клуба «Леон», пурпурный пояс, чемпион России укадо кэмпо, чемпион мира укадо кэмпо 2018 года. В весовой категории 84 килограмма, сегодня он выступает в категории 88 килограмм. Пожелаем удачи спортсменам. Мы готовы. Оба интересных спортсмена. Оба интересных спортсмена. Очень активно начинает работать Оля. Ну, здесь что стоит сказать? Какие хорошие, сильные стороны? Как его точно зовут еще раз? Эрболота? А, Эрболот. Эрболот. А, у него неплохие проходы гарда. Опять же, и совмещает их с дартсами, анакондами и гильотинами. Да, давно знаю этого спортсмена. Еще с древних-древних дней борьбы на заводе, когда я бил белым поясом. Уже тогда он вызывал серьезный интерес. Сейчас уровень у него значительно вырос. Да, да, очень... Борьба приобрела системность, опять же. Причем, что он занимается ММА. И укадо кэмпо. Укадо кэмпо. Все, я сказал это слово. Да. Теперь точно пойдет дождь. Николай Салмин работает в гарде. Ну, собственно, как и в предыдущей схватке на... Мы замочек. Да, есть замок. Ну что, про Колю что говорить? Чемпион IBJJF по коричневым поясам в категории Adult. Adult? Да, Adult. Adult. Да. Не, я в том понимаю, что Adult же не мастер один. Не, Adult. Он молодой спортсмен, он просто плохо сохранился. Да. Вот, и что сказать. Борется везде, где можно. Уже боролся на прошлом турнире ФСА, боролся, например, с Тамерланом Еслемесовым, и тогда он его выиграл. Свип, баттерфляй, гард. Да, здесь тоже начинал Николай с баттерфляя. Но... Что уравнивает в данном случае этих спортсменов? То, что Коля все-таки лучше борется в кимоно, используя там лапелы. То есть ему более привычно, да, предпочтительнее, мне кажется. А у Эрболота, наоборот, он постоянно борется в ноу-ги. Плюс у него база ММА, что говорит, ну, что физическая составляющая здесь тоже будет присутствовать и ощущаться. В данном случае вот сейчас Эрболот, да, грузит Николая. Я бы на его месте не вставал бы только на коленке. На месте Эрболота? Да, потому что сейчас... Заметь, какая растяжка. Какая гибкость. Как он низко опускается. То есть он стоит на коленях, но как низко у него таз. Да, и но все равно я бы нехорошо, да, вот сейчас. Если подгружать оппонента, лучше ноги оторвать, коленки оторвать. Согласен.
Ну, возможно, он допускает себе такую, ну, как ошибку, да, назовем ее. Погрешность. Погрешность, давай, да, давай так, погрешность, потому что, возможно, он... Что-то знает. Не допускает, что Коля не станет его делать, просто и все. Окей, баллы на ковре. Начинается отсчет баллов в случае, если какое-либо техническое действие будет достойно оценки. Сейчас Кимуру Ролл готовит эрболот. Хотя, может быть, это так способ напугать. У нас уже пошли баллы, вот, и сейчас... Ну, опять же, а что еще уравнивает этих спортсменов, это, опять же, ну, отношение к болевым на ноги. Я знаю, что эрболот не особо их, скажем так, терпит, скажем так, да, и защищается от них. Салмин пытается закрутиться в беремболу, зайдет ли за спину? Пошел свип, не дал. Свипа не получилось, но... Попытка хорошая. Сразу, еще раз, надо еще одну атаку делать. О, пошло. Итак, дабл лег. Нет, не получилось. Еще раз, и еще раз Коля надо это делать. Коля нащупал, мне кажется, он уже понял, с чем стоит работать и как. Я думаю, сейчас мы будем ждать захода, такие же заходы и чередование обычной долларивы и обратной долларивы. Да, кстати, как делать беремболу в ноуги летом на улице. Сегодня смотрите в исполнении Николая Салмина у нас в ленте буквально там, по-моему, в 17 или в 19 часов. А потом. Завтра у него будет, по-моему, если что, ребят, мастер-класс по тому, как финишировать оппонента и контролировать со спины. Вообще 19 числа. На следующей неделе, простите, 19 числа, ребят, по Кубе Джем. Коля, за рекламу денежку накидай на карту. Спасибо. Спасибо, он уже кинул? Вот это да. Ну, за радио спасибо. А. И вот снова будет попытка через Дилларио, попытка закручивать за спину. Да, настойчиво он закручивается. Но вот здесь, смотрите, вот опять же, я думаю, что если Эрболос будет так же защищаться, я думаю, что есть риск того, что у него... Вот она, очень близко, очень близко. Разворачивается спиной, нехорошо. Через лэг-драк. Да, как ты правильно сказал, нащупал. То есть он покачал в одну, в другую сторону, нащупал. Успеть, надо проходить дальше. Так, два балла за свип получает Николай Салмин. Салмин. И меньше минуты до конца раунда. Я думаю, что... Увидим ли мы полуфинал Салмин Сулейманов? Да, я есть думаю, проход гарда, зафиксируется. Есть еще и проход гарда у нас. Очень, очень хорошо, да, Николай, 5-0 счет. Хорошо, Кутас. Да, он буквально вырубил его ноги, выстегнул из игры и вывел. Абсолютно хрестоматийная работа, класс. Выкручивается эрболот, но... 10 секунд. Хватит ли 10 секунд, чтобы реализовать еще что-то оттуда? Будет спина. И еще, возможно, будет спина. Есть. И выход на удушающий. Был уже уверенный выход на удушающий на реальный кичок. Возможно, Коля даже лишь падал в том плане, что... В этой схватке со счетом 8-0 победу одержал Николай Салмин. Не было выбора, да и вошел уже во вкус. Да, вот, скорее всего. Что дальше? Надо дальше действовать. Согласен.